Так, сити-центр. Я что-то не припоминаю немножко этот биом. Точнее, расположение здания. Ну ладно, давайте разведку тогда. А, или... Нет, припоминаю. Все. Он пойдет вот оттуда. Да, он пойдет вот оттуда. Ага, все. Я понял. А, как бы Андрея так не поставить. Давай сюда. Да. Отсюда он будет идти, разворачивать свою атаку или оборону. Уж не знаю, что получится у него. Блин, знаю, что снайперы в команде есть, так стрёмно ставить заполоничатое укрытие их всех. Ну ладно, вряд ли. Мне кажется, не хватит ему отваги зафокусить бедного щитовика. Так. Блин, очень плохое расположение, очень далеко нахожусь, блин, так меня это бесит на самом деле. Тут даже я бы хотел бы снайпером тут сразу меткость дать ему, но это не получится. Тут надо бежать, чтобы занять нормальную позицию. Так, ладно, попробуем так. Интересно, крюк будет ли? Увидит крюк? Да, крюк он увидит, кстати. Монитор будет отключен через 5 минут. Не надо отключать мониторы. Откуда он захватывает? Сюда захватывает? Не, ребята, я сюда не полезу. Я не сумасшедший. Так. Давай, все. Что-то я заболтался. Очень опасно стоит пока юнит у меня. Я этим очень недоволен. Вот. Остается надеяться то, что... Ну вот, половинчатое укрытие вот это неразрушаемое. Это все, что я знаю. Остается надеяться, что он прям вот не пойдет, роняя кал в атаку прям уж сильно. Вот это сейчас может реально его выручить. Так, крюк. Видим крюк. Он зацепился сюда. Фух. Так здорово, что он пропалил эту позицию. Спасибо, Лекс. Спасибо. Я, в принципе, теперь почти знаю, что мне надо делать. Так, еще крюк пошел. В этот раз я не увидел куда. Так. Все, сейчас с Андреем иду в атаку. Просто в решительнейшую атаку. Так, щиты до всех дотягивают? Да, до всех. Блин, супер, спасибо. Вот ведь посадил. Так, эффект присутствия дотягивается, отлично. Вот этот снайпер тоже видит. А, хорошо. Хорошо. Блин, он же провалится. Надо было укрытие рушить, а не... Можно сделать так.
Ранил или нет? Мне вот что интересно. Сектоид, иди сюда. Некем идти в разведку. Так, крюк. Все. Перезаряжаем способность. Короче. Это самое. Перезаряжаем, короче. Так. Снайпера на месте оставлю, пожалуй. Нет, на 3 не прокнуло. Жаль. Сейчас он еще щиты даст. Блин, вот тупанул, надо было укрытие рушить. Тогда бы я снайпером... Тогда бы уже был минус снайпер с его стороны, и я... мой снайпер был бы не бесполезен уже... Пам, короче, пошла маслина. Вот, но так, минус бомба, живой снайпер с его стороны, да еще и под щитами. Вот. Тупанул, тупанул. А у него есть ракеты. И у меня открытый щит, кстати. Ну ладно, урон от ракеты, урон от падения 2. Уже получается 5. Бомба, допустим, 6. Но у нее там 2 хита максимум осталось, да еще и щиты плюс. Где-то открываются дверки. Где-то закрываются дверки. А, вот. Вот. На шед. Странно, что не вид. А, вот. Попал, не попал? Попал. Скотина такая, попал. Ладно, ракеты я уже заюзал, так что робота можно выкинуть. Блин, я вижу его или нет? Я что-то не понимаю. Что-то я не понимаю. Не подставляется Лекс, молодец. Так. Стремно всеми идти вперед, если честно. Давайте предположим, что вот так. Я сейчас скажу. Никого нет. Хорошо. Стремно идти этим роботом теперь уже. Давай еще иди. Пришел.
ничего личного, мне нужна разведочка. Слово ничего не дала. Никого не видно. По-прежнему. Тут тоже никого. Так, продолжаем овердрочить, скажем так. Снайпер меняет позицию. Блин, его снайпер уже больше не под воздействием кислоты. Я бы хотел, чтобы она сдохла. Вполне логичное желание. Так. Два хита у него осталось. Ага. Дал действие кому-то. Кому интересно. А Overwatch где? Так, кто тут сверху чувак был? Ну ладно. Робот тоже как-то не увидел. А, ну тут далеко, наверное. Ну. Блин. Сектоиды как-то увидел. Ну ты чё, чувак? Лютуешь. Было бы прикольно, если бы он с этой обилки сейчас бы мэка забрал. Это я бы расстроился тогда. Интересно, видит Мэка он отсюда, нет? Видимо, нет. Так, пожалуйста, живи! Живи, щитоносец, живи! Живи! Будь живее всех живых! Так. Куда-то, окей. А жаль. Блин, у него ракета есть, но мог бы сбить этого. Ладно, не важно. Пятьдесят девять, пятьдесят три. Явно не точно, чего мы хотим. Херач. Спасибо.
Так, а ты, наверное, должен видеть труп уже, по идее. А, это еще не труп, это истекающий крови человек. Так не считается. Так. Кому бы еще вдохновение это дать, а? Бомбочки, по идее, не дотягиваются до туда. Так что мы можем быть спокойны. Прощай, Мак. Хорошую службу сослужил. Ой. Так, у меня Андрей добегает во фланг к этому. Андрей, по идее, должен. По идее, должен. Вряд ли мы его теряем, потому что у него только щит и доступник остался. А, сектоид еще и мэп. Нет, у него довольно до хера народу осталось. Да ладно, блин. Серьезно. Так, надо срочно наказывать. Срочно надо наказывать это просто наглость. Сняли щит, хорошо. И сейчас он не может кинуть микроракеты, потому что ему вот эта хрень будет мешать. Но сейчас минус щиты в любом случае у меня идут. Так что не стоит питать иллюзии на этот счет. Но сейчас надо наказывать сектоида по-любому. А, или может. Может, но не сможет. Называется. Не дотянулся. Где же у него этот самый скирмишер, как говорит Цезарь? Выживал. Фу. Так,
Тут сейчас надо либо возвращать этого Андрея. Че, я промахнулся? Нет, промахнулся. Ну так вот тупанул на первом ходу. И, блин, теперь получает. Один. Блин. Надо возвращать, у меня мало юнитов, очень мало юнитов. Такой соблазн убить скирмишера этого, что просто я не знаю. Давай, ладно, убью скирмишера. Он очень сильно мешается. И раз уж так любезно нам его подставили. Вот так. Надо Game Mechanics знать. Так, и уматывай. Пожалуйста, уматывай куда-нибудь, я не знаю. Блин, куда скирмишера деть? Я не знаю, куда деть скирмишера. Пускай даже сюда. Блин, ну сейчас, блин, бомба будет. Ё-моё. Так неприятно. Ладно, снайпера я тоже разрядил. Это хорошо. Блин, только не попадай, скотина, только не попадай. Прошу тебя. Или давай по скирмишеру, да. Плюс действие мне поможет против сектоида. Это несчастливо. Да, поближе подойдем. Молодец, молодец. Молодец. Горд тобой. Да блин! Хорошо, он на вербочь уже встал. Этим мне повезло. Господи, как мне повезло то, что он тут поторопился им подходить.
Но надо сейчас им аккуратней. Надо сейчас им аккуратней. Блин, я даже не знаю. Я не знаю, как сбивать его Overwatch. Наверное, как-то так. 30. Граната не дотягивается. Надо Overwatch сбить. Серьезно. Надо сбивать Overwatch. Снайпер, давай. Возможно, ты пожертвуешь собой, снайпер. Блин. Может, да. В любом случае попадает под Overwatch. Давай, жертвуй собой. Лучше не жертвуй, лучше промахнись. Промахнись. Есть. Фух. Удар толстом. Выпад. Теперь только не подставить своего этого. Так, снайпер сюда идет по-любому. У этого есть запас по прочности еще. Он даже, наверное, может выдержать крит. Да, он может выдержать крит. Ну а ты что хотел? Заступник. Если его не убиваешь сразу, то вот такой тебе и получается. Блин, Вел Никольский погиб. Так, так. Типа норм, но не то, что. Правильно, теперь все начали промахиваться. Он будет видеть его отсюда. Непонятно. Понятно, будет ли он видеть его отсюда.
Ладно, тут уже ничего не остается, кроме как вот так сделать. Фух. Ну, надо сказать, Афина была со мной. Я хочу красиво убить. Я хочу красиво оформить. Фух, 2-0. 2-0. Спасибо за внимание.